Всем привет! Анекдот, история. Сидят такие мужики, двое пьют такие в этом, ну, в помещении такое, коморка. Ну, водка у них там, закуска. Мыши забегали. И что они такие положили? Стекло, налили на это стекло клея и насыпали там хлеба. И что, вот ночь-то прошла, и мыши там влипли. Две влипли хорошо, одна ногами, и лежат, попискивают. Мужики-то пьют, да хохочут над ними. Пили-пили такие, не заметили. Один соскакивает такой, себя за шиворот, руки кричит, засовывает. Одна мышь-то оторвалась, видать, обошла как-то по трубе. Залезла на спинку дивана и залезла ему за шиворот, вся в клей, соскочил, давай. Сначала они над ними смеялись, потом мыши-то лежат, хохочут над ним.